Завершается приемная кампания. Отделение Пенсионного фонда России по Чувашии напоминает, семьи, владеющие материнским капиталом, могут использовать его на оплату образовательных услуг для своих детей. В частности, можно направить средства маткапитала на оплату обучения и проживания в общежитии своих детей. К началу учебы ребенок должен быть не старше 25 лет. Необходимо выбрать образовательную организацию на территории России, у которой есть право на оказание соответствующих образовательных услуг дневного, вечернего или заочного отделения. Среди жителей Чувашии оплата образования является вторым направлением расходования маткапитала после приобретения жилья. Начиная с 2009 года общий объем средств, направленных семьями Чувашии на получение образования детей в среднеспециальных и высших учебных заведениях, превысил 120 миллионов рублей.